Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня, друзья, хочу с вами поделиться буксом, где мы будем работать абсолютно без вложений. Этот букс находится на предстарте. И этот букс от создателя. Кто помнит, такой кошелек у нас был добрый. Faucet Hub. Админ хороший. Ну, посмотрим, что будет с буксом. Он писал, что он будет открывать новый проект какой-то, что, ну, типа того. И так вот тот проект наш выглядит. Кто захочет присоединиться. Все еще по нулям. Находится на предстарте, как я сказала. Здесь еще ничего такого нет. Но уже регистрация открыта. И я вам хочу показать, что здесь переведете, прочтете информацию. Как я поняла, будем зарабатывать в долларах. Вот. Пока просто регистрируемся, чтобы быть в числе первых. И потом уже будем принимать решение, будем мы работать в этом буксе или как. Что он нам даст? Значит, по регистрации прописываем имя. Два раза email, username, два раза пароль. Разгадываем такую вот капчу легкую, ставим галочку, нажимаем зарегистрироваться. Загорится зеленым. Зеленому на почту просто придет приветственное письмо. Вход по логину и паролю. Далее, когда после регистрации заходим, мы попадаем в такой вот кабинет. И у нас будет такое окошечко. Я его перевела. И что нам здесь говорится? Это мексиканская цель. Я все еще работаю над сайтом. Все зарегистрированные пользователи получат электронное письмо, когда сайт полностью запустится. Реферальные ссылки должны работать, поэтому вы можете продвигать свои ссылки где угодно. Я не буду ничего удалять, поэтому привлеченные вами пользователи останутся на запуске. На данный момент я сделал около 70% как бы сайта. Убедитесь, что вы присоединились к группе Telegram. Обязательно нужно присоединиться к Telegram. Вот здесь будет ссылочка. Вот она. Это я сделаю чуть позже. И мы попали вот в кабинет. Друзья, вот здесь наша будет домашняя страничка, как бы, ну, наша статистика. Ну и давайте посмотрим, что у нас здесь. Немножечко пройдемся. Домой рекламировать можно будет, зарабатывать деньги, просмотр рекламы. Так, биткоин-игра будет, оплачена за предложение по регистрации. Значит, будем просматривать рекламу. Помогите. Вопросы, ответы. Я нажимала, еще нет ничего, как бы. Служба поддержки новости. Также форум присутствует. Здесь будет мой счет. А еще. Так, вы вчера не просматривали 4 объявления. Но здесь еще нечего. Глобальный. Это что? А, это вот краткий отчет. Сейчас пройдемся. Наша домашняя страничка. Система сообщений. Пополни счет, я так понимаю, для рекламодателей, как обычно. Так, обновить учетную запись. Значит, здесь будет апгрейд, я так понимаю. Вкладочка изымать счет. А, минимум 2 доллара. Ну, не сильно и много. Значит, изымать баннеры. Вкладочка баннеры находится наша партнерская ссылочка. Свою я оставлю в описании под видео. Кому интересно, присоединяемся. Настройки. Так, по персональные настройки. Что у нас здесь? А здесь у нас... Ага. Здесь что у нас? Способы оплаты. Payeer есть. Биткоин. Ну и пароль, если надо новый. Так, вы должны свой текущий пароль, чтобы сохранить новые изменения. Значит, будет Payeer и биткоин. Возможно, еще платежки добавятся. Посмотрим. Ну, на данный момент меня вот именно устраивает все. Прописываем платежный реквизит.
сюда прописываем вот в эту графу пароль, который указывали при регистрации. Не знаю, сейчас пройдет. Вот. И нажимаем «Отправить». Ага, ваши личные были успешно обновлены. Так. Ой, запуталась обновить. Что я тут? Настройки. А, двухфакторная аутентификация будет. Настройки формы панели рекламодателя. И здесь будут отображаться наши прямые рефералы. И можно покупать рефералов. Журналы и другой. Ну, это вот, как бы здесь еще ничего такого нет. Просто регистрируемся, чтобы быть, как бы, в числе впереди всех, потому как еще участников здесь маловато, еще не все как бы знают. Но тем не менее, я, конечно же, с удовольствием здесь поработаю. Так, английский тема. Это что это такое? А, здесь можно тему, светлая тема. О, как. Не, темная лучше. Вот. Кому интересно, друзья, присоединяемся. Не интересно, проходим мимо. Вот. Естественно, продолжение будет следовать. Я не могла мимо такого букса пройти. И тем более админу такой вот. Я считаю, что администрация хорошая. Потому что кошелек очень хороший был. И когда он закрывал этот Faucet Hub, он дал всем время на вывод криптомонет. И минималки там вообще почти не было. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.